На конкурс дети читают стихи. Кузьминова Маруся, 5 лет, Московская область, поселок Нахабино. Валентин Берестов, новогоднее происшествие. Простые игрушки сквозь щелку однажды увидели елку. Давайте-ка елку нарядим, залезем на ветки и сядем. Полезли на елку игрушки, мартышка уже на верхушке. Под мишку ветка прогнулась, под зайчиком чуть покачнулась. Цыплята висят, как фонарики, матрешки, как пестрые шарики. Эй, елочные игрушки, снегурочки, звезды, хлопушки, стекляшки витые литы, серебряные, золотые. Пока вы пылились на полке, мы все очутились на елке. Сейчас ребятишек обрадуем. Ой, батюшки, падаем, падаем! И Маша была в кадре.